на 25 участков зарегистрировано 57 желающих принять участие в процедуре предварительного отбора, предварительного голосования. То есть достаточно серьезно будет представлено более чем в два участника на одно место претендуют по избирательным округам. Мы сформировали график проведения предварительных голосований, которые будут вначале организованы путем проведения дебатов. То есть наши кандидаты должны будут обязательно выступить перед избирателями, должны будут ответить на вопросы друг друга, может быть, иногда даже вступить в полемику, высказать свою позицию по тем или иным вопросам. И после проведения вот этой процедуры, после проведения дебатов, будет проведено непосредственно голосование, где вот в рейтинг наши кандидаты будут выстроены, и победитель будет принимать участие уже как кандидат от «Единой России» в выборах депутатов Череповецкой городской думы 10 сентября 2017 года. Как мы знаем, 57 человек заявилось, наших череповчан, они абсолютно разные, это есть и опытные политики, которые на сегодняшний день являются депутатами городской думы, есть и студенты, что нас тоже радует, то, что молодежь интересуется будущим нашего города и тем, как будут решаться в ближайшие 5 лет городские проблемы, городские вопросы. Это и сфера здравоохранения, и сфера образования. Поэтому спектр людей из разных сфер представлен очень большой. Радует, что промышленные предприятия откликнулись и приняли участие в качестве участников предварительного голосования.